Женя! Привет! Привет! Привет, помаши! Веня! Кто ленится? Ги. Давай ногами маши! Ногами работай! Мужик, давай работай ногами, покажи! Ручками, ручками еще вот так, давай! Так, мать, я работаю мозгами, это ты работай руками и ногами! Все-таки на море, да? Конечно. Все, уже трансфер забронировали. А что такое трансфер? Это транспорт. Это транспорт, который... Транспорт по-новому транспорт? От гостиницы на один интересный пляж, где немного народу, где чистенько. Мы пойдем за этим плавать, теперь пойдем. То есть трансфер это все-таки транспорт, да? Да. Как назвать, я не знаю. Стали называть трансфер. Я не знаю, почему. В 21 веке, да? Вода шикарная, не то что на озере, ветер фигарит. Не, ну Дыня нравилась и на озере. Дыня кайфовал. Бабушка, бабушка. Она, мама. Смотри, на озере. А ты из Кристина. Ой-ой-ой. Сладкий такой. Да, я такой, скажи, мои девочки. Когда вы делаете все, как я хочу, могу вас поцеловать. Шлёдки такой. Не баба, заботушка рядом, да? И тебе и покушать, и переодеть, и накупать, и поиграть. Скажи, ну я вас благодарю поцелуями. У нас тут вот детский еще какой огромный центр. Ну-ка покажи. А что бабуля натянула эти деток? Деня, танцуем. Дэнь. Дэнни. Иди на горочку. Скажи всем привет. Пойдем на горке покатаемся. Пошли. Помогите мне, скажи, помогите мне туда залезть. Ну-ка, покажи бабуле, как ты тут развлекаешься. Ты хочешь научиться, да? Иди на горку, покажи бабушке, как ты катаешься. Залазь. Так, давай. Куда пошел? Дэня? Ничего не трогай там, Дэнь, нельзя. Девочка ругаться будет. Иди сюда с горки катись. Иди, покажи бабушке. Смотри, бабушка. Смотри. Ю-ху! А теперь туда скорее в шарики. В шарики беги. Ой. Чуть не упал. Тебе нравится в шарах, Дэнь? В шарах кайф, да? Вот так. Бабушка. Хотите посмотреть, как развлекается современная молодежь? Вот так. Кристинка. И кто это современная молодежь? Предыдущая современная. Малыши, карандаши. Дай поцелуй, Дэнь. Ой, любовь. Привет, мои крошки. День второй на отдыхе. Короче, мы сегодня проснулись вообще просто. У меня такое ощущение, что вчера все было в тумане. Мы никто ничего не можем найти. Расчески, ну ладно, не буду говорить, женские штуки всякие, короче, не можем найти.
что я не могу, резинки не можем найти, расческу я не могу найти. Еще я вспомнила, что... Ладно, не важно. Что я хотела показать вам цвет волос, надо отдельно снять, сейчас вставить потом. Так, надо кофе еще не пили, надо проснуться. У нас на 9, мы проснулись все в 7 часов, без 5, 7. И у нас сегодня же это, трансфер на море. Мы уже собрали вещи все, вот. Денька, он там шлёпает. Кто пришел? Кто пришел? Я сегодня долго наряжалась, решила взять этот костюмчик, но вы его видели уже. Но единственное, что я... у меня нет шлепок розовых никаких, поэтому я иду в своих обычных шлепках, главное, неудобные. Хотела с картинкой поменяться, но у меня после Армани до сих пор еще болят все те места, и очень больно. Поэтому я пойду в обычных, просто не буду фотографировать свои ступни. Буду фотографироваться там, где красиво. Купальник взяла себе тоже новый, розовый, двухсторонний. Ой, не новый, он старый. Я имею в виду, что я уже в позапрошлом году, наверное, в нем была. Не помню, может, не видели, уже забыли. Все, сейчас нужно кофе, проснуться. Так вроде все собрано. И прийти в себя. Пацан увидел мультики там, в помещении. И теперь вот туда бросится. Никто не хочет вам махать, все утром злые. Я вообще-то вас снимаю, людям можно не нравится. Ты себе в третьем лице. Крис, ты тоже думала, что я снимаю вокруг, да? Они просто не знали, что я их снимаю. Да? А мы еще не проснулись. Еще не проснулись. Долго. Да, Дэня, вон он. Он пошел поближе к мультикам. Так, что мы завтракать взяли? Все сосиски с макаронами взяли? Это нам дали. А, это дали даже? Остальное берем сами. А-а-а, ничего себе. Мы до моря. Денька бросает камни в воду, вроде не бежит туда, потому что холодно было, он прям сидел, задрожал весь. Вот. Хорошо, что мы так вот поехали в первой половине, чтобы он не сгорел, потому что солнышко припекает уже даже все равно. Сейчас мы тут чуть-чуть побудем. Все, здесь стой, далеко не иди, Дэнь. Вот тут, зайка. Бросай. Бросай. Кристинка пошла купаться. Да, что-то раньше, вот даже мама моя говорит, раньше море, типа я так, говорит, пищала от моря, а сейчас мне что море, что бассейн все равно, солнце одно и то же. Ну вода соленая, ну и соленая. Не, понятно, что соль она полезненькая, тут очень прозрачная вода, до самого, не знаю, пояса видно свои ноги. Там, где камни, конечно, галька, там вода намного чище. Если видно, да, прозрачная вода, классно купаться, дрейфовать. Я глубоко вообще не заплываю, даже с кругом я где-то, где мне по шейку, вот так. Не знаю, я как-то в открытом пространстве, не знаю даже в какой момент, перестала купаться. Мне все время кажется, что какая-то там живность. То медузы, то какие-нибудь рыбки, то еще что. Я не хочу. Дэнни просто кайфует от камней. Мы, кстати, купили здесь ему шлепочки вот такие. Но они в водичке спадают с него. 250 рублей всего стоят. Вот они хорошо в задником. Ну вот по камням горячим ходить хорошо. Кстати, они не горячие. Здесь пока что еще солнце не нагрело их, видимо. Вот. Маме купили шляпку. И я себе там какую-то кепку взяла. Думаю, пусть будет на всякий случай. Короче, вот. Крис плавает, мама вот там вот, она то под солнышком, то на веранду зайдет. Ну, а я загораю, мне после солярия хоть целый день на солнце, короче, все нормально будет. Вот, пацана намазала вот солнышко.
немножко, 50%. Уже второй раз после водички, до водички, после водички. Ну, короче, отдыхаем, горы. Он мой. Вода шикарная. А мы не все полотенца взяли, а? Да, мы не все полотенца взяли. Вон мое полотенце. Короче, мы здесь недолго побыли, на самом деле, на море. Потому что что-то никому не нравится на море. Ты, мам, ровно к морю, да? Не кайф тебе? Некомфортно. Комфортнее там. На бассейн. А, Крис, а ты что скажешь? Как старость подкралась? Какая старость? Ты что? Какая старость? Ну, лучше на бассейне. Да, нам на бассейне всем классно. Поэтому сейчас мы быстро кушаем, отвозим пацана, кладем спать. И на бассейн. Кладем. Да, я тоже себе экипарь прикупила, чтобы солнце голову не напекло. Смотрите, сколько всего мы взяли на 900 с копейками, на троих. Да много-много. Это. Спасибо. Это синенькие, это миди, это лагман, салат. Ты что взяла себе, мам? Это по-французски, мясо по-французски. Первое и второе, вон у мамы еще две. Это половина харчо. Да, тут по полпорции еще можно брать. Короче, сейчас запробуем все. Я хочу миди вот попробовать, очень, если честно. Блин, вот что я не люблю в мидиях. Кристин, что там постоянно хрустит? Ну, хрустит плохо вычищено, значит. Нет, внутри. Плохо вычищено. Внутри? Да, их надо мыть хорошо. Короче, мы едим грязные миди. Зашли в местную лавку. Здесь мне понравились вот эти люстры. Вы что, веселитесь, что ли? Вам что, весело? А нам очень даже хорошо. Вот она, звездочка лежит моя. Тогда. Крошки мои, ну что ж я взяла камеру, чтобы прийти сюда. И просто хотела уже некоторые вещи вам написать, потому что в Инстаграме, когда я включаю сторис, мне начинают писать, спрашивать, в какой мы гостинице, сколько стоит, как там можно, какие цены. Ну, в общем, хотела немножко рассказать мои первые впечатления. Мы сегодня второй день уже, ну, уже полтора дня, считаю, здесь, да? Ну, сутки, считаю, да. И уже что-то могу сказать, потому что сегодня мы съездили на море, как вы уже видели, да? Мы морем остались не очень довольны. Ну, Селена, в принципе, для народу... Черного моря место неплохое. Да, для Черного моря, Кристина говорит, место неплохое. Да нет, я не буду обсирать сейчас, я не буду говорить, что оно нет, прям не как-то обсираю, что плохо. Свое мнение, оно просто... Подожди, на бар пойду скажу это. Я бы сказала, что вот в Дивноморске ты была вообще? Да. Мне кажется, пол пляжа и пол моря Дивноморского, там просто небольшое. Мне не понравилось, что плавать особо даже. Вот я захотела поплыть. Ну, короче, я... Дивноморск, если считать, что Дивноморск 5, то здесь
3 с плюсом или 4 с минусом? Ну, Крис, я думаю, что из нашей аудитории какой-то маленький процент был дивноморский. Сравнивать. Не тройка, но четверочка. Для Черноморского побережья четверочка, именно для Черноморского. Сейчас я вам все расскажу. Значит, смотрите, мы остановились в гостинице «Бонжур». Почему я выбрала «Сукой», почему я выбрала именно эту гостиницу, мне ее порекомендовала фотограф. Она просто сказала, что она собирается ехать в «Сукой», они там уже отдыхали, ей там нравится гостиница «Бонжур», там для деток все заточено, очень все аккуратненько. Я с этим согласна, гостиница шикарная, мне нравится. Ну, не то чтобы прям шикарная, но она хорошая, реально заточена для деток. Вот на первом этаже, где мы, там как раз-таки в одну сторону я вам показывала, у нас дверь выходит в детскую, в одну, которая в помещении, другая у нас здесь игровая. Дети все спят, значит, у нас там с 12 до 3 тишина, в принципе. Музыка не играет, ничего. На бассейне никого нет днем. Вот сейчас вы можете видеть просто пустота. Сейчас вы можете видеть только Кристину одну здесь. Вот, здесь бар работает. Кухня не всегда работает, здесь нет внутри ресторана, который бы можно было бы, знаете, что хочу поесть. Но рядом здесь буквально вышел из гостиницы, вот повернул, два шага прошел, здесь просто море столовых. Здесь есть столовая, которая называется 3 копейки, там действительно все очень дешево. Но помимо этой столовой есть еще с другой стороны столовая, напротив столовая есть мини-маркет напротив. Короче, здесь есть все, в принципе. Утром здесь есть завтраки, не знаю, я думаю, они откуда-то привозят с той же столовой, потому что кашу овсяную Кристина ела и там, говорит, одинаковая. Наверное, это они сотрудничают как-то вместе. Но здесь есть каши разные, сосисочку с макаронами нам утром дали, кофе-чай, как бы булочки какие-то там. В общем, позавтракать можно плотно и хорошо. Мы вчера отдыхали на бассейне, никуда у нас не было сил идти. Единственное, что мы прошлись хрен знает куда, до одного единственного банкомата в этом Суко. Вокруг, когда мы выходим из гостиницы, ничего красивого мы не видим. То есть это не какое-то озелененное такое место, где ты ходишь и там хочется там пофоткаться, там. В итоге я там нашла возле чьего-то дома какие-то пальмы, но я даже там не сфоткалась, потому что мы шли в слишком жаркую жару. Я говорю, давай сфоткаемся, тут как будто и зелени нет, мы нигде тут и не фоткаемся. На самом деле это село такое, деревушка. Тут как бы видов много красивых я не вижу. Не то чтобы много, вообще не вижу видов. Вот. Когда мы поехали сегодня на море, в принципе, там, ну, парочку видов было. Не знаю, может быть, это если искать, но я-то с ребенком, да, и мы все как бы с ребенком, три няньки, нам их даже втроем что-то с ним тяжело. Какие там мы няньки, не до няньки. Вот. И вот так, чтобы мы шли и раз там красивый вид сфоткались, такого нет. Ну, например, если сравнивать с Ялтой, ну, это небо и земля. В Ялте очень круто, в Ялте очень красиво. Здесь нет такой набережной, которую... Ну, например, здесь мы еще не спускались на море вниз, да? Но мы спустимся. Но я думаю... Ну да, нету магазинчиков много вот таких, знаете, чтобы там что-то достопримечательно. Ну, я люблю просто, чтобы все это было. Ну вот если просто на Ялте там офигенная набережная, там даже спуски какие-то, там столько всего, кафе, рестораны, все так современное, такое красивое. Да, Ялта Европа? В общем-то, да. Ну, а здесь немножко такое, вы знаете, как деревня, уехал, и как-то это, и все. Я совершенно не знала, куда я еду, поэтому у меня не было никаких, в принципе, особых ожиданий. Но всегда, когда я куда-то еду, мне всегда хочется что-то купить, мне хочется вкусно поесть. Я даже здесь не вижу каких-то крутых ресторанов, чтобы сходить, знаете, просто, ну вот, не видела. Сколько мы ходили, здесь скорее вот такое все столовые. И, ну, плюсы в том, что все очень дешево. Да не скажи. Гостиница. Крис, ну столовые дешевые и вкусные. Ой, да я скажу твоему зрителю. Подождите. Ну, во-первых, не прямо таки все дешево. Какие-то дела дешево. Дешево сам приготовил. Обычно. Тебе никто не готовит. Слушай, ну мне прическа. Сережки. Так, рекламы. Никакой рекламы в моем видео. Сережки покажу в своем видосе. Обычно для набережной Черноморской обычно единственное, что различие, что, наверное, ты говорила, да, что мы вот по
понравилось очень в Утрише, куда ударение ставится. Там вкусно мы покушали, и даже Селена взяла с собой, мы доели все с лихвой. Вот. Да. А по цене, что ты говоришь по цене? Во-первых, мы еще в ресторанах всегда на Черноморском побережье, тем более недалеко от Новороссийска, цены завышены, потому что знают, что здесь порт. Не здесь именно, а в Новороссийске порт. Вот. И поэтому как бы цены для морячков-то, они-то денежные приплывают. Поэтому я считаю, что на троих пожрать это на 1000 рублей. Селена, это столовая. Ну я же говорю, столовая. Это не дешево. Что ты ела? Красную икру, что ли? Я съела лагман пол порции. Ну, мидии. У тебя все потянули мидии. Селена взяла вкусные. Вот мидии на 500 рублей. Обязательно, да? Скажи, что. Ну, возможно. На Черноморском нужно брать мидии. В городах все равно будут мороженые. Тут вот свежие, хорошие мидии. Да, у нас... И ты их нашла. Я нашла свежие мидии. Да. Мы собираемся пойти в знаменитое озеро. Какое-то кипарисовое. Знаменитое. Да. Поехать к знаменитое. Не на, а к? Ну, конечно. Простите. На знаменитое озеро мы собираемся поехать. Или к? Ну, я, знаешь, не в. В озеро. Богатый русский язык. Слушай. Короче, возле озера мы собираемся побыть. Ладно, шутки шутками. На озеро все рекомендуют съездить. И я собираюсь туда отправиться с девчонками. Вот. В общем, я думаю, что ну, как бы я все буду снимать, а вы уже смотрите сами. Да. Ну, я бы сказала, такой бюджетный достаточно отдых у нас получился. Это хорошо. За эти деньги можно было бы сделать? Я считаю, что за эти деньги можно отдохнуть в Таиланде. Какие? Ну, я слышала, сколько стоит, что, почему. За 5 дней... А полететь в Таиланд? За 5 дней... В Таиланде можно отдохнуть за эти же деньги, и только море понравилось тебе больше. Подожди. Я патриот России, но... Туда перелет один стоит сколько? Сколько? Дорого. Дорого, богато, да ничего. Ну, нужно штудировать интернет и искать бюджетные путевки. Индия, Таиланд, куда еще можно? За Дубай я не говорю. Мама пошла купаться, а Денька уже спит, блин. Мы пришли, вот, наверное, где-то в час мы его уложили. Это максимум, даже раньше. Мы в 12:30, ну да, в час уложили. И вот сейчас без 25. 2, 3, 4. Почти 4 часа, Дань, ты скоро будешь спать. Может, встанешь? Я понимаю, что тут тебе очень хорошо. Я вон за... Красная же все. Пойдем позагораем чуть-чуть. Время такое хорошее, поплаваем. Масенька, Мася. Масенька моя, Масенька. Пойдем. Ну, добрый дом, Анюта. Как мать такое чудо, то вообще будить не хочется. Такой сладкий. Хрюкаешь, лапки сложил, свои маленькие. Бочки. Солнышко. Купаться пойдешь? В бассейн пойдем купаться? Я его бужу всегда поцелуями. Какой класс камеры. Тельце маленькое такое. Ладно, буду будить его. Зубку маленькую кормить. Тебе уже бабушка вам приготовила йогурт, печеньки. Проснулись! Ура!
Вот так мы просыпаемся еще поцелуйками. Как мама тебя целует, скажи. Ну тебе какой-то подоконник блоснуть, мама меня так целует. Чего, камеру дать тебе? Что? А, вот так вот, человечка, давай. Человечек бежит. Бежит, 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 бежит. Бежит, бежит, у тебя этим пяточками бежит, 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 бежит. А ты будешь ловить его? Лови. Пустите! Отпусти человечка! Отпусти человечка! Да пусти человечка, дай побегает! Дай маме пятки поцелуй. Ты пока маленький, мама, давай пяточки целуй. Что ты сладкий? Ну что, бабуля йогурт приготовила тебе там был с печенькой. Та-да-дам! Давай соску. Давай соску. Соску отдашь? Ты. Давай маме сосу. Давай. Вы брожулькин маленький. Давай маме сосу. Давай соску. Соску дай. Ты пошел уже? Дай соску. Дай соску. Соска упала, да? Дай маме дочку. Дай маме дочку. А что ты дерешь? Что случилось, Рима? Что такое? Ты что-то что прижал? Мы пойдем йогурт пить? Я в бассейн. Пойдем? Соска-то вот она. Научили Деньку прыгать. Он теперь все время хочет прыгать. Вот ставьте меня. А у вас она счастье. Давайте, ставьте меня. Поворачивайся ко мне, поворачивайся. Давай. Нет, не получилось. Давай. Да ты его можешь не держать. Ты его, главное, готовься к тому, чтобы если он глубоко нырнет, то вынырнуть его быстро. Все, он теперь не плавает, он теперь только прыгает. Плавает там с бабушкой. И руками, ногами. Мышка, не побежали, 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 мышками, побежали, побежали, смотри, побежали, побежали. Давай, плыть, маме, давай, 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 давай. Побежали, 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 побежали. Молодец. Молодец. Смотри, прибежал к маме. Тетя Света, как вам бассейн? Лучше всех. Тетя Света, как вам бассейн? Классный. Бассейн лучше. Да ну не надо так говорить. Соленая вода полезна, конечно. Подожди, мы рядом с соленой. Мы это понимаем, но бассейн предпочитаем. Я хочу снять, как ты это говоришь и ходишь. Здесь более комфортно. Мы медузы, мы медузы. Мы похожи на арбузы. Эй, хо-хо. О боже, о боги, о да, 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 о да. Не надо меня носить на руках, дайте попрыгать. На этом фоне лучше еще раз.
плыви, бабушка, плыви. Плыви к бабушке, дей. На скачки побежали к бабушке, давай. Давай к бабушке. Да не хочу. Я хочу прыгать. Да. А, офигеть. Вот это да. Вот весь бабулю, значит, пловец будет. У нас бабуля пловец. Спортивный, профессиональный. Ну, я не знаю, как назвать человека, который вскарабкивается. Ой, пытаюсь. Не-не-не-не-не, вы слышите, что она говорит? Пытаюсь забраться. Вскарабкиваешься. О, забралась. Ну, сейчас... Я сделала это. Ну и что? Да-д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 а. Да. Русский изъян маленький. Надо было сначала воду вылить. Что делать, скажи мне? Чем я могу тебе помочь, детка? Подплыви сюда. У меня есть кружка. Я тебе помогу воду выхлебать оттуда. Слушай, ну без воды тоже скучно. Пусть будет. А? Очень красиво. Ты такая красивая. Ты меня просто вынуждаешь? Вдруг я уроню твою камеру, это будет пипец. Это не уроню, ущерб. Потому что ты меня заставляешь постоянно снимать над водой. Иди сюда. Да-д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 а. Смотрите, какой у нее шикарный коко. Ай, господи. Ананасия. Ананасия. Селена и ананасия. На-на-на-на-на. Что ты чувствуешь при этом? Что ты чувствуешь при этом? Да иди ты сюда. Вот так, иди. Вот так. Я чувствую. Я хочу. Нет, я хочу. Тули джимичу на баре хочу. Не, вот это мы в конце. Ай! Да иди ты. Да иди сюда. Иди сюда. Да, у нее течение, короче. Да, иди ты сюда, зараза такая, вот так тебе. Я губы. Ну что вы, девочка, вам понравились наши спа, спа, спа. Ой, да, за 2000 понравилось, да. Они же действенны. Конечно. Кристи разыграть сценку решила. Потому что... Ну, спасала ее. Кто-то там... Скажи, ты ведешься, но если тебя подлашивают и говорят, что все классно. Меня никогда не подлашивали. Ну, есть люди, которые хотят это делать, а есть люди, которые ведутся, им нравится. Как, например? Ты к кому относишься? Я отношусь к тем, кто подлашивает. Да я шучу, нет, подожди. Я так и знала, что ты шутишь. Да ты шутишь, я знала, что ты шутишь. Подожди, а скажи, как это подлашивает? Это как? Может, я просто не пойму. Нет, вот смотри, одна девушка такая... Спа, это у меня золотые руки. Я вас, короче, похудела. Видишь, что ты и так худенькая, но она врет, что тебя еще там что-то улучшило. Когда одна и та же картошка стоит в разных местах. В одном 100 рублей, в другом 200 рублей. В 200 рублей тебе рассказывают, что это супер картошка, от которой ты забеременеешь за 200 рублей. А в первой картошке ничего не рассказывают. Типа меня подлашивают, да? Ну, я считаю, да. Подожди, людям продают непонятно что, это уже подлашивание. Как я к этому отношусь, да? Да. Развод, я ладно, по-русски. Я отношусь стрёмненько к разводу, конечно. Это что за бред? Это что за... Давай, чёрти что. Была когда-то молода. Я хочу знать, мне водичка так не нравится. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Я пошла. Куда ты пошла? Ананасик! Я думала, ты нырнешь. Опа! Скрытый голос. Давай, прыгай в ананас. Выпусти воду только оттуда. Или ты с водой хочешь? Слушай, подожди.
там параллельно прыгают дети. Я боюсь, но я это сделаю. Ты хочешь прыгнуть туда? А, ты хочешь прыгнуть, потом залезть? Ну, давай. Я не прыгала 30 лет. Ты прям с серебряными сережками попрыгаешь? Ну, давай. Сейчас, подожди, Крис. Тут плывет пацан параллельно. Ну, давай. Позиция на старт. Внимание. Марш! Ю-ху! Что такое? Как в моем видео Крис сиганула и, по-моему, отсушилась. Блять, как хорошо. Как хорошо, что я колени еще подгонила. Я колени не ударила. А теперь их не подогнула. Ребята, учтите, если бассейн 120 метров, ты коленями ударилась об дно? Жестко, я-то прыгнула прям. Ничего себе. Я думала, ты отсушила просто. Шила. Ну вообще, обратите внимание. Тебе очень эта вода. Хорошо, что я... Ну все, залазь. Прыгай там. Я пойду спасать маму от малыша. Она устала. Быстро, я забыла, что колени. Все резвятся вокруг, все. Я хочу еще, чтобы меня Селена снимала, поэтому я... Ты к малышу, да? Уже пора. Пацану тоже думаешь? Ну ему хватит, что, достаточно. Он еще не дрожит. Нет, ну достаточно. Так, аккуратно. Мама, его надо придерживать чуть-чуть. Аккуратно. А ты как он плывет? С него до конца? Да, да он плывет замечательно. Прыгнул 1300 раз. Вылез на бортика. Давай. Брожульки. Поплыли к мамочке. Давай. Давай. Вода прям теплая. Вода теплая. Вылазь. Ну вылазить надо его сразу поплатить. Ну да, потому что вылазишь прохладно. Да, у него уже губы дрожат. Давай. Так, все, конечно, все. Выходим. Вот это вот мама настоящая. Смотрите, что она делает. Она прежде чем самой вытереться, обсохнуть, она бежит. Селена сейчас закутает пацана в полотенце, он не хочет. Но он же просто не даст его не закутать. Денег. Ой, какой кошмар. Зрители должны знать. Что, Егора? Что ты делаешь? Я мажу после загара мое солнышко молочко. Мама купила. Я думаю, оно не должно пропадать, надо его вымыть. Оно не должно пропадать? Или да, ты себя защищаешь? И лицо им, и защищаюсь. Ну, глаз снимаешь? Да, я, кстати, попробовала из Beauty Box вот этот вот блонд, который я вам говорила, шампунь и кондиционер. Мне очень понравилось. Не знаю, как эффект по поводу блонда, но кондиционер очень классный, а шампунь хорошо пенится. Да? Угу. Я еще не пробовала. Кондиционер вообще классный. Не представляю. Спасибо. Нет, что... Ну что, крошки, мы-то так и дошли до цивилизации. А тут, оказывается, смотрите, колесо обозрения. Я даже не видела, что оно здесь есть. И тут просто мир рынка. До набережной идешь, и, короче, тут просто очень много всего. Я уж думала, что мы вот там вот, где наша гостиница Бонжур, там вот просто, честно говоря, ничего нету. Я думала, что вот и все. Оказывается, тут нормально, полноценная набережная. Сейчас походим, дойдем. Тебе нравится, Крис, полноценная набережная? Ты рада? Да, я шучу. Я вот очень рада. Я шучу. Мы маме ищем сарафанчик, тебе что-то надо? Мне нужен бокал вина. И мужчина! Мужчина у тебя есть! Да как ты так меня чувствуешь и постоянно знаешь? Мужчина есть! Мужчина есть! Все, бокал вина, девочки, девчонки. Мои любимые сережечки. Я даже в Суко нашла фикс прайс. Смотрите. Или он меня нашел. Смешные цены. 10, 20 и 30 рублей. А у вас картодром. Но я туда заходить пока не буду. Я хочу дойти до моря сначала.
Чего вы поехали на это море сегодня на трансфере? Ну, говорят, что там просто чище море, да? Ну, здесь, если народу столько, конечно, то здесь, наверное, чуть менее чище, чем там. Но вообще я люблю именно как здесь. Во всяком случае, проход до набережной мне нравится здесь больше. Весь такой яркий. Народ, музыка. Я не хочу, конечно, там останавливаться, нигде там зависать, но просто наблюдать за этим мне очень нравится. Короче, зашли мы после этого моря и устали жутко. Я не знаю, мне жарко и устала я. В общем, завтра новый день. Завтра, наверное, утром пойдем на эту набережную. Посмотрим уже и днем. Потом поспим. Черныш Крестиш пришел. И потом на озеро вечерком. Ой. Чего в рот пальцы суешь мне грязные свои? Я только что руки... Обидеть. Да, здесь действительно хороший свет. Наш бассейн подсвечивается. Сейчас нам делают пинаколаду, точнее мне. Я очень люблю, она мне... Я первый раз пинаколаду попробовала. Нет. Короче, я не помню. Я помню, что я в Египте первый раз попробовала какой-то напиток, в который добавляют малибу. Да, по-моему, он назывался Малибу, а может быть, это была пинаколада, я уже не помню, это было больше 10 лет назад. Поэтому я беру сейчас пинаколаду для того, чтобы вспомнить ту молодость, когда мы отрывались. Мой фокус прыгает, потому что здесь плохой свет, и когда плохой свет, он начинает просто истерить. Сейчас нам не сделают коктейльчик, и мы пойдем в красивое местечко, и там мы пофоткаемся, поснимаем обязательно, чтобы ваши глаза радовались, как и наши. Лена, спасибо большое. Степанова Александра, привет. Привет, Крис, какую? Привет. Крис, прямой эфир. Вы попадаете во влог? В сирене. Да. А где дыхать? В общем, мы посидели, я выпила пинаколаду. Мы провели прямой эфир и уже уходим спать, но я не могу, этот такой ковид красивый, хочу вам показать его. Я очень люблю бассейны с подсветкой. У нас такой красивый бассейн. Еще мне очень нравятся шатры, и у нас есть шатры. И мы пофоткались. Сейчас такая раз и упала, блин, назад. Я думаю, оставить ее? Кого? А почему нет? Здесь можно со своим. Это вино заводское. Можно вам дать рекомендации некоторые? Нет, спокойной ночи. Хорошо. Какую рекомендацию? Давай быстрее, только спать хочу. Я за российского производителя, но не пейте вино, которое продается. Ну, вернее, я говорю за себя. У меня очень голова индикатор. Которая называется домашняя, не знаю, у меня голова болит, выносит и краснеет лицо. Тимрюкская сейчас пью. Если пьете на Краснодарском побережье вино, только заводское. Например, Тимрюк. Спасибо, Кристина. День второй. Где мои котики? Где мои котики? Я выдали мои котики. Кушают. Что кушаете? Запеканку. Йогурт тут. Денька смиренно сидит. Тишина у нас такая тут. Я делаю лайфхаки разные, чтобы пить утром латте. Я взяла с собой эту вот... День. Взяла с собой свою вот эту вот штучку, но она почему-то не сбивает. Это молоко, кстати. Смотри, вообще не сбивает. Может быть, нежирное молоко нам дают?
Не знаю. Ой, какой крепкий. Не бросай булки. Что это такое? Мамка, короче, отравилась у нас. Сидит дома, не вылазит, пьет таблетки. Кушать нельзя. Бедный ребенок. Поэтому мы сегодня втроем. Мальчик мой рисует. Я понимаю, что ты еще не успел нарисовать ту картину, которую хотел. Но я хочу заготовки посмотреть. Возьми другого цвета. Красненький возьми, Дэнь. Возьми красненький, красивый. Возьми на красненький. А этот закрой кружечкой, закрой. Вот, молодец. Да, на место положи. Вот, красненький бери. Ой, картина маслом. Вот на вот этом же рисуй, пусть разноцветный будет. Да. Вот тут рисуй. Вот. Красиво как. Точечка красная, да? Кружочек. Кружочек нарисовал, молодец. Маленький кружочек. Крошки мои, в общем, мы решили искупаться на бассейне. Сегодня днем никуда не идти, хотя хотели пойти на местный пляж. Но сил, честно говоря, после вчера не осталось вообще. Я надеюсь, что сегодня мы попадем на озеро. Не знаю, каким образом, с малышом или нет. Надо вообще узнать, еще там можно купаться или нет. Или там просто красота и все. Вот, и если можно купаться, то, наверное, мы поедем с малышом. Мама у меня отравилась. Отравилась чем? Ну, не знаю, она... Это я сама задаю вопрос, сама отвечаю. Она вообще синенькая. Я забыла в холодильник поставить, но вроде бы овощи просто, да? И она его хотела съесть, и я говорю, я понюхала, говорю, мам, не надо его есть. Ну, я очень, ну, тонко чувствую все эти, потому что я... Короче, только свежее ем, все. Вот. А она такая понюхала, ой, вроде ничего. И в итоге его, короче, съела, и все. Ей вчера было плохо, и сегодня ей плохо. И даже чуть ли не температура, может быть, поднимается. Я говорю, так вот неаккуратно есть продукты. Ну, вот они такие. С Кристинкой. А еще свеженькая, и все, все нормальненькое. А я нет. Я, блин, я боюсь просто. Для меня, чтобы было мне плохо, это очень плохо. Пацана покупали сейчас, он у меня со скандалом вылез из воды все время, хоть и ветер, ну холодно, уже зубы, синие губы, дрожит весь. Мне кажется, минут 20, вот 30 в воде, это вообще с головища ему. Холодная вода, даже я замерзла. Короче, вытащили, пришлось дать мультики, чтобы он не плакал. А то Кристинка плакает, ой, Кристина плавает, дразнит его. А я с утра еще не пила нормальный кофе, потому что растворимый кофе это вообще не, ну, не то для меня, хотя раньше как-то я его пила. Но, как знаете, организм очень быстро привыкает ко всему хорошему. Я вот попросила на баре сделать латте, но что-то мне не делают, нифига, очень долго. Все. Я ждала с 7 часов утра, бар открывается в 11, я еще такая, полудрю. Вот. Купальник у меня новый. Я его, кстати, купила вообще. Очень задешево в одном магазине. Сказать, не сказать. Красивенький, да? Тут еще такая ленточка была, но я снимаю. И там еще эти поролоновые штуки я тоже их вытащила. Ладно, в Нью-Йоркере купила. Всего 500 рублей получилось. Но мне понравился по цвету. Здорово, крошки. Да, я стараюсь как могу переодеваться. На самом деле мне лень гладить, хотя у нас есть там, ну не паровой, просто я этим обычным чайником, обычным утюгом гладить не очень мне комфортно, особенно у меня такие шелка всякие, там тонкие материалы, боюсь что-нибудь прожечь, а парового у них нет. Ну и я решила не брать, потому что мама прочитала, что там есть утюг там паровой. Я подумала, что, наверное, у них, как у современных, у всех отпаривают. Я поэтому ничего не взяла, думала, что туда не будет. Ну да, но вот это платье хорошо, что я его довезла, и оно, даже если где-то примялось, абсолютно не видно. То есть, ну, классное платьице, и рада, что его осталось. И теперь я вся такая в зелененьком, подкрасила немножко губки. Мы с Кристинкой вышли покушать. А в нашем баре, в нашей гостинице, мне не очень понравился кофе. Ну, может быть, его нормально приготовили, просто я люблю, когда кофе средней обжарки.
либо мягкой обжарки. То есть мне нужно, чтобы кофе был вообще мягенький прям. И я у девочки там, которая с малышами сидит, спросила, говорю, где вообще кофе здесь вкусно делают? Она сказала, что Бродвей. Он находится почти у набережной. Мы здесь спустились, пока малыш спит с мамой. Я вот хочу попробовать, действительно ли он такой вкусный. Ну, примерно одно и то же. Чувствуется тоже, что обычно во всех заведениях... Не, он хорошо сделан, пеночка хорошая. Во всех заведениях обычно используют сильный обжар кофе. Я не знаю зачем. Не средний, а сильный. И это нужно идти в какое-то специальное место, где большой выбор кофе, где можно выбрать кофе себе в лад. Вот. Сейчас я еще заказала какой-то окрошка тукини или туни. Что-то, короче, слово какое-то. В общем, макрошечка. Мацуни. Короче, что-то такое, да. Кристинка кушает вот. Тацуни, да. Она взяла комплекс на себе, у нее здесь и грибной супчик. Это печень с гречкой. Да, комплексный. А я решила чуть-чуть взять прям просто из-за того, что кофе, из-за него не так сильно хочется кушать. Вот. Ну как вам? Ну, хорошо, да? Сейчас мы еще зафоткаемся, здесь такие красивые сиденья. Я себе зелененькое выбрала, вот зеленое платье. А Кристине фиолетовое, как вы могли заметить. Она у меня как царевна сидит. Смотри, шоколадку еще принесли. Вообще очень мило, когда такие шоколадочки всякие приносят. Мелочь, а приятно. Сколько здесь стоит? Не знаю. Кстати, еще я же сделала себе ноготочки, я же все проверяю. Вот сегодня пятый день, я хожу идеально с ноготочками со своими, ничего нигде не отколупывается. С учетом того, что я делала сама их, да, а не профессионал делал, просто накрасила, все сделала. Единственное, что вот этот песок из фикс-прайса, который я втирала, втирка, она немножко обдирается. Даже с учетом того, что я топом покрыла еще сверху эту втирку, но все равно стирается. А сам лак прекрасно держится, вот идеально, все на месте. Так это еще я купаюсь постоянно в бассейне, там на море, что-то моем, что-то делаем. То есть не так, что мы сидим вот так. Ну все, приеду домой, я хочу цвет на самом деле поменять. И буду тестить еще вот эту смывку, которая убирает ногти. Хочу вот проверить все, и тогда выставлю у себя в магазине, чтобы точно знать, как оно, ну, то есть на моих ногтях работает. Могу хоть смело говорить, что хорошо. Так, конечно, это еще зависит от ногтей, от того, как делают. В общем, ну, видео отдельное есть у меня про это, буду отсылать всех. Вот, смотрите, что принесли. Тацуни, да, тацуни. Это вот это, наверное. А здесь что-то молочное. Что-то молочное с газировкой. Сейчас попробую. Как вкусно. Сейчас настолько жарко. Смотри, какая штучка тут. Мы еще по этому рыночку сейчас решили в жару самую пройтись. Кое-что Кристинке взяли, будет сюрприз вам для нового видео. А мы еще в закуточек там один не заходили. Давай зайдем, посмотрим, что там. Жара, блин, офигеть, просто хочется свалить быстрее с жары.